Магазин VIPTIME.RU представляет вам одного из лидеров продаж из модельной линейки Edifice, модель EFS S510D1A. Данную модель отличают присущие элементы более дорогим часам, такие как сапфировое стекло, которое практически невозможно поцарапать, а также солнечная батарея. С ней вы навсегда забудете о замене батареи. То есть подержали часы какое-то время на солнце, они у вас идут достаточно длительное время после этого. Из дополнительных функций присутствует индикатор даты в положении 3 часа. Также в положении 12 часов расположен индикатор дня и ночи. То есть эта стрелка, она идет синхронно с часовой стрелкой и за сутки делает один оборот. Внизу располагается секундная стрелка хронографа. В положении 9 часов 30-минутный счетчик хронографа. Хронограф запускается нажатием верхней кнопки. То есть вот мы нажимаем верхнюю кнопку. Но предварительно нужно задвинуть заводную головку. Потому что когда заводная головка выдернута, включен режим коррекции секундной стрелки. Сейчас нам нужно ее скорректировать. А, нет, сейчас прокрутим назад, потому что минутная тоже у нас сбилась. Вот заодно теперь вы знаете, как установить стрелки хронографа в часах Casio, когда они сбились. То есть теперь задвигаем заводную головку, нажимаем верхнюю кнопку. И вот мы видим, пошел отсчет секунд внизу. Также нажатием верхней кнопки мы это останавливаем. Нажатием нижней сбрасываем в исходное положение. Безель вокруг циферблата не вращается. Корпус полированный. Браслет частично полированный, частично сатинированный. Водозащита данной модели 10 атмосфер. Для заказа данных часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.